Всем бодрого времени суток, меня зовут Шура, азиатского контента-любитель, и я приветствую вас в зеленой комнате. Сегодня мы с вами посмотрим фит Рави с Джастхисом, называется он «Вирус». Кратко пробежимся по ребятам. Рави дебютировал в 2012 году в группе VIX, Jelly Cooper Entertainment. В 2017 году начал сольно продвигаться. В 2019 году ушел из агентства Jellyfish Entertainment, но при том остался в составе VIX, хотя она уже 100-500 лет как ничего эта группа новенького не выпускала, но еще вот по какой-то непонятной причине эта группа существует номинально. Фактически существует, номинально как бы нет, ребят, совместно. Зовут его Ким Вон Шик. И сейчас, вот с 2019 года, он состоит в агентстве, в лейбле Грулин. Фитует он с Джастхисом. Зовут его Хосын. Появился на горизонте в 2015 году. В 2017 году уже вошел в состав лейбла Indigo. И при вполне себе достойно развивает свою карьеру, я бы сказала. Потому что, мне кажется, нет таких, кто слушает корейцев и не знает, кто такой Джастхис. Ладно, все, давайте. Это все дико интересно, наверное. А мы начнем смотреть, слушать. Да? Она тульса. И едем. Слушайте, как интересно развивается инструментал. Есть как много гитар разных партий. Ну ладно, немного, но... На протяжении всего трека. А вот сейчас прекратилось. Ну, бриджик, конечно, надо поспокойнее сделать. И все равно продолжают гитарки. Лайтовенько, но продолжают. По сути, тут даже не ударные темп задают, а именно вот это вот басу, о, не бас. Ну, в общем, гитара электронная. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Бесконечно просто. Я когда читала перевод, я, если честно, каких-то вот, ну, другого настроения трек ждала, поэтому я так удивилась, когда вначале он такой да-да-да-да-да-да, это больше на панк-рок такой больше похож, чем на хопчиковский трек. Ну, если бы Джастис не зачитал там
то реально как будто бы больше такой панковский трек. Каких-то даже настроения нулевых, что ли. А по смыслу трека? Ну, вирус, да, понятно. Как мы любим про любовь токсичную, так сказать. Там что-то «Ори меня, бей меня, кусай меня, царапай меня, делай мне больно, но мы с тобой все равно, короче, будем дальше любить друг друга». Ну, короче, трэш полнейший. Ну, я так понимаю, какие-то созависимые отношения, что ли, типа мы друг друга ненавидим, но мы вот все равно вместе, и все равно, ну, как бы, если у нас, ну, парень, наверное, от своего имени говорит, если меня спросят, почему она мне нравится ли она мне, я отвечу «нравится». Ну, там какая-то дичь, конечно, по тексту происходит. Ну, видимо, в этом есть что-то романтическое для кого-то. Для меня в этом романтики, если честно, нет никакой. Я не скажу, что мне прям очень сильно понравился трек, но мне не понравился точно. Но, опять же, не скажу, что это прям на данный момент лучшая работа у обоих. Ну или давайте Justice не будем брать, все-таки это у Рави трек. Второй-то тут фитом пришел. У Рави есть поинтереснее работы. То есть это в топчик не залезло, по-любому. Инструментал интересный, клипчик приятный, там какие-то такие киношные даже кадры с девушкой были. Ну так, на четверочку. Таким с маленьким минусом, я не знаю, чем он обусловлен, вот, ну, вот хочется чуть-чуть минус, вот, короче, подговнить немножко. Но это лично мое субъективное мнение, при котором я останусь. Возможно, поменяется мое мнение через пару прослушиваний, и я скажу, а чё ты, мадамочка, выпендриваешься? Хороший трек. А может, и не скажу. Но об этом вы уже не узнаете. В общем, ладно. Вот по любимому треку от каждого. Всем спасибо, что смотрели. Всем пока-пока. Wanna build a virus, no matter problem, take